В курсе, что в доме террористы жили у вас? Конечно. В курсе, да? Конечно. А откуда узнали? Я утром видел. Утром видели? Ну, когда на работу пошел. Машину ФСБшную, задержание не видел. Видел, что свет горит здесь. И сосед с первого этажа здесь стоял. С оперативником. А ФСБшная машина какая была? Блин, Мерседес микроавтобус тонированный. Я видел, как он стоял. Люди в масках? Я их не видел. Я просто пошел на работу и все. А это когда было? В воскресенье в 7. 7.20, наверное, в 7.30 утра местного. То есть оцепления никакого не стояло? Нет. Ну, Женя, он подчиненков, сосед с первого этажа, писал, что дома цепляли. Я не видел оцепления. Ага. А они в 90-й квартире жили? Не в курсе вообще? Видели здесь, не знаю, среднеазиата? Я видел их. И даже у меня есть подозрение, что вот там с торца дома стоит их машина, которая уже дня 2-3, наверное, не ездила. А что за машина? А вон 70-й регион. ДЭО центра. 70-й регион, если в углу стоит. А вы с ними как-то видели, что они делали, чем занимались? Да нет, просто там, как писали ребята в группе, что они якобы начали жить с 5 января. Месяц всего не пожили здесь. Я их вот один раз видел. Как-то вот одного в окошко увидел, а другого здесь вот они разговаривали. Окно было на кухне открыто, что-то они там по-своему. Оба среднеазиаты, да? Да, то есть, да. Не русские, не русские, сразу же.